Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, главными темами которого стали выделение Волгоградской области бюджетного кредита для погашения долговых обязательств, коммерческих кредитов, а также плановое начало отопительного сезона. Хотелось проинформировать, что правительством Российской Федерации поддержано предложение Волгоградской области и принято решение о выделении бюджетных кредитов в размере 15 миллиардов 756 миллионов рублей. Средства прошу направить не на текущую деятельность, а на погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов в периоде 2018-2019 года. Данное решение позволит снять долговую нагрузку на бюджет в размере, по предварительным подсчетам, порядка 3 миллиардов рублей и направить эти средства на социально-экономическое развитие области. Еще одна тема оперативного совещания – старт отопительного сезона. В плановом порядке в муниципальных образованиях начинается запуск отопительных систем. Начинается подтопка социальных учреждений, всей социальной сферы. Прошу взять на такой особый контроль график ввода объектов и перевести ремонтные аварийные службы на усиленный режим работы.